bad boy. He's such a charmer. All the мы идем на премию, но немножечко гуляем. Красной дорожки нет. Мы приехали на станцию Олимпийская, сейчас мы идем к нам в хостел. В общем, погода прекрасная, солнышко светит, все замечательно. Так, мы уже нарядились, накрасились и уже идем потихонечку на нашу премию. Жаль, что, конечно, не нас награждают, но ну, ничего. Да. Вообще, мы идем на премию, но немножечко гуляем. И тут красивый очень собор. Так, мы уже наконец-то дошли, но он оказался не очень большим, этот палац Украины. И красной дорожки нет. Они либо заходят сзади, либо как-то это все не так. Но мы сейчас идем. Людей мало, вообще их нет. Хотя уже 6 часов. Начало в 7. 7:30. На фоточках всех 7:30 написано уже. А на билете 7. Ну вообще странно. Если начнут 8, это успех. Я вам поснимаю, в общем, до встречи. Итак, мы уже зашли вовнутрь, сдали нашу одежду в гардероб. В гардеробе, кстати, можно купить бинокль за 20 гривен. И в конце вам отдадут вашу одежду без очереди. В общем, тут очень все странно. Некоторые очень нарядные, некоторые там в джинсах и в кроссовках. То есть одевайтесь средненько. Не обязательно сильно прям выряжаться, но и не там в повседневной одежде. Yeah, no, and the dish was...
було 9 номінацій, зараз цього року вже їх 16. Це говорить про те, що музичний ринок України розвивається. І це, звісно, дуже приємно. Ну, єдине, що трохи більше роботи для нашого партнера компанії Deloitte. Вибачте, Андрію. Насправді нам дуже приємно. Приємно підтримувати розвиток музичної індустрії. Друзі, хто номінується цього року? Відкриття року премії Юна. Увага на камеру. Відкриття року. Аліна Паш. Ну як вам така компанія? Ну що? Я вже боюсь відкривати, там спеціальна дівчинка за лаштунками забороняла. Хочеться запитати, а вже можна? Мару! Хотела бы сказать слова благодарности своей команде, Бусину, своим родителям и своим фанам. Спасибо вам огромное, вы меня так поддерживаете, так вдохновляете идти дальше. Это очень круто. В общем, всем хорошего времени, хорошего вечера и до встречи на этой сцене. Добрый вечер. То, что было со мной, где-то теперь на другой полосе можно вместись. Ты говорил домой недавно, вроде бы на работе я. Но хоть и ты спорить с самим собой чудак. Ну давай дружить, как-то надо жить. Хлеб жевать, воду пить, болеть, глотать дрожжи, комментить твой ЖЖ, настроение держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы где ты, с кем ты, тепло ли там, на твоих монет. Слал бы тебе конфеты, как агент, кубики из льда, прямиком в никуда. Знать бы хотя бы с кем ты теперь как ты. Честно кормил кота, поливал кактус, в гости к тебе шел по парапету и не верил преду, что тебе. Ну, купил ужас, да кирка смех нашлась. Скажи, умеешь составить, что те слова твои тогда. Только твои тогда, только твои тогда. Скажи, умеешь составить, что. Ми можемо бати.
мира кто горы. Всем привет! Сегодня уже второй день. Утро я немножечко не снимала, мы уже выселились, отвезли на вокзал вещи, сейчас приехали на набережную немножечко погулять и дойти наконец-то до пешеходного моста. Такой городок. Городок. Маленький такой, с миллионом людей. Всего лишь. Да. Там
вообще очень красиво. Но я, конечно, думала, сегодня будет теплее. Ветер просто. Но нормально. Пофоткались. Подписывайтесь на Инстаграм и ждите фоточек. Так, всем привет еще раз. Второй день продолжается. Мы сейчас уже сидим в Макдональдсе. Решили немножечко выпить кофе, потому что на улице холодно. Холоднее, чем мы думали. Но тут очень прикольно, уютненько. Я так в уголочке устроилась. Там небо. Так, мы наконец-то выбрались из Макдональдса, не прошло и 500 лет, и мы идем на Контрактовую площадь, колесо обозрения. Сейчас... Возможно, даже покатаемся. Хотя не мы точно, не можем это как сделать. Всегда. Да. Но может быть. Фоточки будут. Это точно. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your man? Сейчас мы пришли в Карбонелло, это находится на вокзале. Если вам срочно нужно поесть, можете сюда приходить. В общем, сейчас мы ждем пасту, как всегда. И сейчас будем must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion, I can't get no relief.